Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о принтере 2 в 1 принтер-сканер. Называется Canon E414 Pixma. Производитель Китай, очень классный, довольно-таки качественный на свои деньги. Вы не поверите, его цена 1650 гривен, это 58 долларов или 4488 рублей. Вот, сами переводите, будем отталкиваться от доллара, у каждого своя валюта и свой курс. Что хочется сказать об этом принтере? Я вам, конечно же, покажу в действии, как он, в принципе, работает. На примере сканера точно так же он и печатает документы. И вот он весь прекрасный, который можете заметить. И сейчас мы посмотрим, как он отсканирует документ. Довольно-таки быстро прогружается после включения. Вот он пошел быстренько отпечатывать. Очень классно, комфортно, без каких-либо нареканий. Посмотрим, как он с этим справится. Отлично! Посмотрите, какой результат. Вообще круто, как настоящее. Ну и вот, конечно же, сама купюра, чтобы вы понимали. И этого цена принтера, принтер, сканер всего 1650 гривен. Ну и вот он, конечно же, ребятки, сам по себе этот принтер очень классный, комфортный, доступный всем. По этой цене, как видите сами, я покупал его в Кумфе, конечно же. Поэтому зайдете, введете в название Canon E414 Pixma, и он сразу же вам выбьет. Как видите, какая цена. Вы еще можете даже попасть на цену, где будет меньше. Как знать, характеристики обычные, то есть двухкартриджевый, один цветной в левый пункт устанавливается, и так само черно-белый в правый. Все доступно, все шнурки есть в комплекте. Я быстро подключил, настроил, автоматически Windows точно так же нашел эти нужные драйвера, и все работает. Я даже не буду снимать, показывать, это стандартная процедура, уже, я думаю, все об этом знают. А если не знаете, напишите мне об этом в комментариях, я и это для вас запишу. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока!